Всем привет, с вами Психиатр. Мы продолжаем играть в Kingdom Rush. И мы тут проходим уровень. Так. Мы пробуем пройти этот уровень на героике, третий уровень. Вот, я уже, честно говоря, пробовал, но ничего не получилось у меня. Вот, поэтому, собственно, да. Бомбарды тут не играет, маги тут не играют. Играют здесь лучники более-менее. Но все проблемы начинаются на шестой волне. На шестой волне я не знаю, как ее контрапупить. Знаю, хоть ты убей. For honor and glory for the king. Have at thee. Вы чё? Да ну вы издеваетесь. For honor and glory. Смогли одного этого поймать. Надо. Блин, вот эти вот присты. Заразы такие. Вставляют больше всего проблем. Это нормально, блин? Вы чё стоите? Какого хрена не остановили вот этого? Вы дураки? Или как? Или что с вами? Конечно. Да ну ё-моё. For honor and glory. Dodge this. Ну что за фигня? Как они, блин, прошли здесь? Как это возможно? Никогда в жизни тут не проходили, блин. Ready? Так, как лучников
вылезать метеоритный дождь, короче. Короче говоря. Попали и сами хилиться, и других хилить, а? Так, нам сейчас цель держать вот этих собак любыми, как говорится, способами. Freedom! Нет! Блин, ну где же метеоритка? Быстрее! С этими разобрались, теперь вот эта куча. Блин, надо было, наверное, с нее начинать. Я даже не знаю. Нет, 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 ну почти. Блин, зараза. Почти получилось. Хорошая тактика была. Фартануло. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы еще раз попробуем. Ничего страшного, ничего страшного. Нужно будет продать вот эти обе башни. Да нет. Но я имею в виду шестую волну. И ставить здесь вот этих чубзиков за Амбрейжен. И давать престам проходить и отбиваться с ними через метеоритный дождь. Как-то. Уничтожить всех престов. А потом... Freedom! Потом мы что-нибудь придумаем. Reinforce!
выстрел тут поставить. Reinforce! Я уже, блин, это на готове стоит. Не справится, не справится. Господи, да убейте этого шамана, ну прошу вас, кто-нибудь. Что вы там стоите? Скажите мне. Reinforce! Да вы издеваетесь. Так, я думаю, нормально там зарядило. Reinforce! Ну чё вы не стреляете-то, я не пойму. Чё стоим-то? Нет. Так, и там уже на подходе идет шестая. Шестая проблемная волна. Одним они справятся, с вторым тоже, я думаю. Так. Значит, начинаем воплощать наш план. План. Защита от шаманов. План по их жесткому контролю. Значит, собираем всех в кучку и запускаем метеоритный дождь. Какого выхода я здесь не вижу. Я думаю, можно. Отлично. С крестами практически всеми разобрались. Теперь у нас другая проблема.
Другая проблема, нужно отработать вот этих. Стоять! Это конец. Знаете почему? Вот почему. Потому что вот этот говнюк прошел. А может быть нет, может быть... Успеет, не успеет. Пожалуйста! Умер! Умер собака. Умер скотина. Метеоритный дождь нас спас. Freedom! Вот это сложный уровень, ребята. Прям на краполях затащили. Вот не долбить уже кто-нибудь. Давайте быстрее расстреливать. Фух, слушайте, очень непростой уровень. Очень непростой. Кое-как. Кое-как, но мы справились. Так, и нам дали еще одно улучшение. Я не знаю. Теперь на железный. Нельзя использовать бомбарду, но я ей, в принципе, так не пользуюсь. Так что. Charge! For honor and glory! For the king! Avati! Я думаю, нормалек. Reinforce! Шаманы идут легко. Там круто. Ничего страшного. Я думаю, их должны запинать. В конце концов. Блин, нафига я сюда воткнул? Нафига я сюда воткнул? Этих надо было лучников. Блин. Reinforce!
Не, ну пока нормально, пока идем. Тихоньку, полегоньку. Пошли гоблины. Точнее, не гоблины, а эти огры. Только 800 хпшки. Блин, спасибо. Так, а это что, все что ли? Если это конец, то это достаточно просто. Четырех огров мы запинаем. Блин, айрон проще, чем герои. Вы издеваетесь? Айрон матч. Напрягаясь, затащили. Ничего, изи. Изи. Изи-пизи, лемон сквизи. Давайте лучников качнем. Так, ну и поехали. Четвертый уровень в бой. Башни третьего уровня. Ага, теперь улучшение третьего уровня у нас есть. Ой, у нас есть герой. Джеральд Просветитель. Ага, это они вот так вот пойдут, пойдут по кругу. И придут в итоге сюда. Come on, you wanna live forever. Так. Так. Совет, управляйте вашим героем. Видите? Быстрая кнопка пробел. Ага. СВБЕ. Honor guide me, I will cleanse this land. Так, давайте думать. Давайте думать. Как мы будем проходить этот уровень. Блин, тут так по кругу все. Я вот не знаю даже. Archers ready? Ладно. Bullseye! Prepare for glory. Давай куда-то сюда. Наверное, ты поехайся. King. Have at thee. Гоблины и орки. Charge. Dodge this. Archers ready for honor and glory for the king. Так, ну тогда герои вот сюда, потому что там как бы больше защиты, и поехали. Посмотрим, что из себя представляет этот уровень. Ну, так, чисто для теста. Я кое-как оставил. Просто пока непонятно особо, как здесь кого нужно выставлять. О, герой второго уровня уже быстро качает. Reinforce! Dodge this! Думаю, будет неплохо.
Пипец. Наверное, я сейчас вот эту башню отлучу. Чтобы она исцеляла дальше. Вообще, в целом. Была посильнее. Потому что вот эти вот ключевые башни... Это должна вот достреливать, потому что пока она что простаивает у нас, считай. Грёбаные хиллеры. Я вот не знаю, здесь, наверное, что-то поставлю. Сюда вот. Так, мы замрейдим этих упырей. Пока что все идет достаточно легко, но четвертая волна, что вы хотели. Перерезать глотку противника. Высокая скорость, критический урон может уклоняться от ближних атак. Это плохо. Такие эти пошли. Офигенно я, блин, скастовал. Ничего не скажешь. Вообще в молоко улетело. Моя волна, волки пошли. Ну что-то эти головорезы такие себе, я вам скажу. Наши лучники их обстреливают, дай боже. Тут шансов не так много. У меня волки представляют большую опасность. Так, мне, наверное, надо третий апгрейд делать. По-моему, неплохо зарядил. О! Ух ты, блин, у них потом тут два этих будет. 11, 10, 16. Ну, неплохо. Слушайте, ну пока вообще все изи. Уже девятая волна. Никаких трудностей абсолютно не возникает при прохождении. Ура!
ты, блин, они докуда достреливают, а? Дают. Пока все очень легко. Я вам хочу сказать. Даже слишком. Вот, враги выходят примерно, ну, в том же количестве. А башни настолько сильнее. Уже убираем, как нифиг делать. О, новый враг. Штурмовик. Укрепленный разбойник способен выдержать массивный натиск. Умеренная скорость, средняя броня. Ну, честно говоря, они меня не пугают. Волну. Я одной монеты не хватило для башни даже не ставить. Я думал, в итоге до конца разрастемся, они так будут проходить жестко. А тут что-то вообще прям какой-то уровень на изи. Просто затащили и все. Но, наверное, героик будет посложнее все-таки. Все-таки героик. Так. Эти две башни, они вообще не стреляли у нас за всю игру ни разу. Отлично. На 3 звезды прошли. Так, и давайте лучников качнем. Ну и я сохраню одно очко. Расширяет область атаки, двойной урон. Война и продолжительность урона от раскаленной земли. Блин, вот надо бы вкачать. Возрастает поражающая способность. Точка карты, но вот это вот обязательно надо бы вкачать, потому что минус 20 секунд, это бывает критично. Ладненько, друзья, давайте на этом этот выпуск закончу. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте, ссылочки в описании, ссылка на плейлист данной игры, также на остальные плейлисты будет в описании. Ну а с вами был ученый психиатр, всем до встречи в следующей серии, всем пока.